Привет, ты проснулась? Как себя чувствуешь? Да, на удивление нормально, В блин. Among Us с модами будешь играть? Не, ненавижу. Боря, иди ко мне. Вот. Иди ко мне. Это Сядь. Бен. Это Сядь. Боря. Зайчик. Не видно его. Молодец. Сядь. Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Хорошо. Зайчик. Боря, он спал, что ли? Да, спал. Сядь. Зайчик. Зайчик. Мало. Юлик, не ешь собаку. Нет. Так что, кто с тобой пойдет? Никто. Among Us заебал всех, ребят. Вот он и весь. Серьезно. Нет, так-то и Денис, и Долоренди придут. Денис и Долоренди придут, да? Да, и Егор mm-hmm. придет, уже три человека. А Егор Гор придет? И Егор Гор, mm-hmm. четыре. Mm-hmm. Еще да. Максим так сам придет. Ага. А Максим придет? И Максим уже шесть. Mm-hmm, да. Меня уже заебал мозг. Так не смотри. Так его, блядь, и не смотришь. Ну, вот, я тоже предлагаю найти другую игру просто. Какую? Игр куча, не знаю. Мне кажется, уже можно этот соединить даже фразы. Так, рассказывайте, кто где был. Ой, знаете, я не запомнил, нет, пока кто где был. Потому что я вот одна шла. Вот. Ну, провела карточку, типа. Вот, блядь, уже, ну, нет, это невозможно, реально. Это уже невозможно. Юлик, вот меня сейчас как в эту, блядь, в спину штырь ёбнет. А мне нравится ОМО. Модами кайф. С модами, да, кайф. Мод один сиди, играй. Модами. Найди моды, где это тебе друзей заменят. Ну, блядь, не отгибает, это так очень страшно. Прикинь, мне вот сюда ёбнет. Все, я же останусь, типа, и инвалидом. Ты этого хочешь? Прям в попочку. Так нет, не в попочку, в спину. С модами на порядок забавнее. На порядок, значит, в 10 раз. На порядок. В 10 раз интереснее. Смешно. Да, Юлик, да, да, да. Я не буду это слово. Покрутить. Блин. Андрей Габзавр сама. Что-то борется уже. Ой, нет, меня сейчас вытошнит, у меня плохой вестибулярный аппарат. Юлик, перестань. Мила, нам задонатишь, я тебя покрутил на стуле. Я сейчас встану, а я ёбнусь. Глубоко взять. Дай встану. Нет, нет, я не встану. Ребят, я не встану. Да, блядь, что за издевательство? Я тебя к компу хотел прибрать. Ой, мне плохо теперь. Блядь. Спасибо, Юля. Счастья, здоровья, молодой семьи. Ура. Спасибо. Да что ли такая красивая. Абьюз. Да, я злая. А вы думаете, я добрая? Сегодня модератор одного добавил. Я сука. Это правда. Агрессовался. Капсу. Даша голову не моет. Это мандавошки. Знаешь, что Даша не умеет краситься? Она это... Я ее крашу, это я так крашу хорошо. Это факт. Андрей, выпьешь коньяк за 100 тысяч рублей? Нет, за 100 нет. Только за 200, у меня вот лежит бутылочка. Нет, ребят, за 100 нет. Хеннесси, я выпью за 200 тысяч ее с Людмилой. Да, напопала. Блин, я бы лысый на нее. Б-б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 -
Даже холодно. Андрей, сядешь на что ты за 100 тысяч? А мне вчера смешно в чате, ребята, дали. Типа, это... Ну ладно, убивай на деньги. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю тебя, Юлик. Спасибо. Этот, слово трахаться, да? Это слово можно использовать. Вот. Я такая говорю, я сейчас типа пойду посмотрю список запрещенных. И мне в чате говорит, прочитай для чата, чтобы мы сдали список. Я говорю, да, сейчас я читаю список запрещенных слов. Сейчас я на память помню, я вам скажу, значит, смотрите. Это издевательство реально. Юлик сам ни одному, ни одной технике, ничему не доверяет, что типа все через жопу сделано. А этот стул, который может мне просто в спину воткнуться, ему похуй. Ему похуй. За полотенце. Боря, иди. У тебя платочек вообще. Он слишком раздраконенный. Тихо, тихо. Так, видно? Подвинься. Мне не видно. Ой, ебать, у тебя стол на соплях стоит. У Курского вокзала стою я молодой. Мы не играем, пух. По-моему, мы играем. Вот да, я тоже согласна. Вот эта игра пиздец интересная. Какая? Не могу выговорить. Давай. Как бычка. Вчера, по-моему, у Давай. Купленова был стрим. Я смотрела. Триадор, Юля, Онежка и бычок Боря будет сидеть. Давай. Не, Паша на самом деле вообще такой ответственный. Он нам, когда писал, мы были уже на дне рождения, он написал, что Боря все обосрал. Мне было так стыдно. Я думаю, бля, Паша, мы просто типа позвали тебя посидеть с животными, а ты столько пиздеца пережил, это ужас какой-то. Бля, ебать, у Юлика стол просто... На корм собачки. Спасибо большое. На корм собачки, спасибо. Спасибо. Да, Паша вообще молодец, пиздец. Он даже мусор вынес. Может, не в хоррор какой-нибудь поиграть? Даша, быстрее рассказывай похабщи. А садись на кресло. Давай. Ну, ребят, влог опять сегодня не выйдет, так жаль. Потому что Даша лень монтировать. Потому что Юлик меня тут оставил. А как это связано со влогами? Я, наоборот, тебя гоню влог делать. Да? Даша сейчас вылетит эта штука, уже хрустит. Сейчас этот... Я готова. В попу войдет. Ты просто меня за жопу трогаешь. Уже три вылетело. Уже три раза потрогал. Давай, я посмотрю хоррор какой-нибудь. А я думала, ты поиграешь. Ну что? Какой-нибудь хоррор. Ну да. Так я и говорю, его надо выбрать сначала. Меня Юлик за жопу трогает. Не могу. Да, блядь, у меня какое-то горло болит, а ты меня щекочешь. Ты садись на кресло рядом. Андрей! Она терпит щекотку, лишь бы не уходить. Почему ты терпишь щекотку? Что? Ты терпишь. Давай. Давай. А, бьют, ребята, бьют. А ты не боишься щекотки? Я боюсь щекотки. Ты не боишься? Боюсь. Не, погоди, ну-ка давай, сколько я вытерплю? Ужас, я не могу так терпеть. Ужас. А все уже как не щекотка.
Да? Да. Не, я не шикую. Все, перетерпела? Да. Мне там не спалишь ничего? Могу, очень не спалил. Ну встань, сядь на кресло. Да, я что тебе? Пожалуйста. Просто один раз попросить. Дашка. Молодец. Я бы могла тебе тут сидеть, ты поругаешь, у меня наушники. Да. Так будет интересно. Что? И тебе, и мне, потому что мы будем кусками слушать. Ну, можно попробовать. Кто-то будет все слушать, а кто-то ничего? Угу. Ой, что это такое? Вот видишь, на первом месте. Фазмофобия? Да, хорошая игра. Ну, это с друзьями. С друзьями! У меня она есть, мне не нужно ее качать. Да, только вот играть никто не играет. А может, в ДБД попробуем? А прикиньте, они забудут про стрим и начнут ебаться. Не, у меня месячная, не хочу. Фазмофобия для компании. ДБД не хочешь попробовать? Почему? Я хотел поиграть в Prop Hunt, где люди в предметы превращаются, а убийца их должен найти. А, я видела. Вот в такое. Можно попробовать. Ну, успех тебе. Счастье. Ты доволен собой, арбуз? Ой, Ницца ругается, что Даша ушла.